встречаются и в других деталях пентхауса. Такие же полукруглые окна, которые сейчас заложены, но их можно видеть со стороны воды, они выделены синим цветом. Под ними, собственно, располагались двери. Через двери сейчас тоже заложены, но можно представить, как входники погаши. Действительно, между дверями и полукруглыми окнами на стенах можно различить круглые медальоны. Это тоже характерный декоративный прием. Те из вас, кто продолжит свою прогулку по парку Северного речного вокзала, могут заметить еще одно здание, находящееся в парке и относящееся к комплексу порта. Это казарма вневедомственной охраны. Она находится практически на Ленинградском шоссе. И в ее облике повторяются все элементы, характерные для комплекса Северного речного порта. Ну, а мы с вами движемся дальше вдоль грузовых площадок. Что интересно, символом Северного